Девочка, мальчик? Я за девочку. О, я тоже за девочку. Мы? Так, а здесь сколько? Да. 5? 4. 5-5 так, уже. Ну пока девочка лидирует или одинаковая? Девочка, количество? Сейчас вот Ира повесит, раз, и будет 5-5. Ага. Алена, а ты сама кого больше? Я за девочку. Смотри. Девочку? Юль, а сейчас будет 6, смотри. Опа, моя за девочку голосует. А, я не могу, Ален, помоги. Давай. Давай. Смотри. Важный момент, смотри, Майя в розовом. Я в розовом. Я на девочку ставлю. И она ставит на девочку. Дари, давай, смотри. Давай, да, я ставлю на девочку. Это девочка. А я специально, короче, не в розовом. То есть я ставлю на мальчика. Машинки. То есть либо мальчик, либо девочка точно. Кому-то так будет. Так, как, ну, а ты за девочку? Да, точно. Так, а ты за кого думаешь? Я за девочку. За девочку? Да. Так, а Богдан протестует. Он протестует.